хорошо поели, что дали храпака почти на 1,5 часа после обеда. Пришли снова в бассейн. Солнце в разгаре. Прям припекает. Так. Вот наш отель. Что позагораю немножко. Так, ну вот 6 часов вечера, уже 7 час, немножко бассейн освободился. Поснимаю места, где здесь кнопки гидромассажа. Так, ну вот первое. Здесь просто, кто видит, под водой дырочки, из которых струя, нажимаем и пошла вода. Так. Вот такого типа. Так, идем дальше. Так, тут вот 4 ванны на 4 человека. Тоже кнопочка. Кнопочка сразу работает, две ванны. Вот. Пошли струйки циркуляционной воды, типа нашего циркуляционного массажа. Но здесь лучше. Здесь были сильнее струйки. Вот. Сразу на 2 человека. В общем, 2 кнопки на 4 человек. Вот такой массажик. Но я тут посижу минуточку, потом пойду дальше, раз уже включила. Так, подхожу я здесь, как сказать, на скала, типа водопада, массаж на плечи, на шею, разбивает соли, лечит остеохондроз. Но я сейчас включу кнопку и отойду, потому что будут очень большие брызги, чтобы мне тут телефон не повредить. Здесь сразу могут 4 человека принимать. Вот раз, два, три и 4. 4 струи. Ну, раз включила я, это будет минуты 3-5 литра. Наверное, я помассажирую себя. Включаюсь на минутку. Так, ну здесь идет дорожка массажная. Видите? Ну, прозрачная. Здесь кнопку нажимаем, и в принципе можно ходить, плыть. Вот такая узкая дорожка, 3 метра. Вот. Вот. Очень мне нравится. Здесь можно весь целлюлит свой разбить, в любую точку приспособиться. То, что струи идут от самого низа, и там до конца дорожки вот эти дырочки, они как бы, уровень их поднимается. То есть начинается от ног массаж и до самой груди, до самого пояса. Так, ну что, включаем? Так, пошло там сейчас в конце. Так, вот она и сюда доходит. Пошел массаж. Вот видите, красота какая. Я вообще на этой дорожке ныряю с головой. Тут подержаться есть за что с обеих сторон. Вообще супер. Ну, если сравнивать с другими отелями, здесь бассейн, ну, просто нет слов. В общем, лучший, который я видела, с термальной водой.
Но пока отключаюсь, раз я уже включила, потому что с другой стороны есть еще одна кнопка. Там массаж будет посильнее, покажу через минутку. Так, разворачиваемся. В дорожке в этой закончился массаж. Ну, сейчас будет бомба. Здесь прям взрыв будет. И снизу бьет, и сверху. Вон там, я не знаю, видно, не видно, на дне дырки. И вот тут вот тоже массажная. Так, включаю. Здесь сразу на трех человек начинается массаж. Гляньте, что. Далее, вот это массаж, вот это я понимаю. Раз, два, тут даже на четыре человека. Видали? Тут можно и задницу хорошо промассировать, и пятки, и вообще, у кого застой крови, как сказать, в малом тазу, вообще суперский массаж. Ну, тоже отключаюсь пока. Потому что это минуты 2-3 будет. Потом автоматическое отключение. Так, ну а тут вообще бомба. Тут такая сидушка в виде кровати на две персоны. В общем, дырочки мелкие. Там поступает холодная водичка. В общем, включаю и ложусь. Сейчас покажу, как здесь работает. Смотрите, что. Вулкан настоящий. Протрясет все тело. Так спать будете без задних ног. Так, ну все, отключаюсь я, ложусь. Ну и последняя кнопочка. Так, тут ступенечки. Сейчас я сойду осторожненько. Вот здесь вот тоже такая сидушка. В общем, тут в основном, я думаю, как бы сказать, пожилые сидят. Потому что вот внизу дырочки, которые ноги бьют. А вот тут вот позвоночник, в спину, где-то поясница попадает. Ну, в общем, нажимаю кнопочку. Показываю, как это функционирует. Вот, видите, пошла оттуда вода. Вот так вот. Так, ну я сажусь тоже, раз я включила, потому что каждый этот гидромассаж работает минуты 4-5. Вот, отключаюсь и сажусь. Так, минуточку. Я загорела. Так, собираемся на ужин. Потом пойдем гулять по городу. Волосы еще немножко сыроваты. Вроде посушила феном. Так, мы на ужине. Ну, закуски то же самое, что и в обед были. Так, сырок нам пармезан принесли. Взяли мы бутылочку вина вот такого.
Так. Сейчас выпьем в честь нашего путешествия. Так. Perché tu presa poco, eh? Amore, che... sì, tanti cetrioli. Так, ну, в общем, пока отключаюсь. Будем наслаждаться. Что тут у меня? Взяла этого нашего салатика русского. Но они тут итальянцы не сильно его умеют готовить. Много майонеза кладут. Ничего. Вот какой тут красивый зал. Людей не так много. Вот. Ho portato una nuova perché è alta, sì. Evidentemente. Va bene. Prego. Non vi faccio il buono. Non problem. Принесли нам водички. Пить все время хочется. Жара невыносимая. Так, ну что, всем приятного аппетита. Так, ну что, нам принесли первое горячее, как всегда. В итальянских отелях каждый день паста. И на обед, и на ужин. Вот. Так, сейчас немножечко сырочком еще посыплю. Так. Вот так. Ну что, приятного аппетита нам. Аморе, buon appetito. Так, ну вот нам принесли второе горячее. Так, у меня кролик, блюдо из кролика с картошкой. Вот. А муж взял рыбку с овощами. Рыба называется арата. Такой хороший кусочек. Так, не то что днем. Без косточек. Че нон че оса? Е боно, а? Белем филето. Ну все, приятного аппетита нам. Так, сейчас будем кушать кролика.